Ребята, всем привет, это Никита, вы на канале B значит бизнес, и это третий долгожданный выпуск про бизнес на Вейбаре. Сколько я вообще смог заработать на бизнесе на Вейбаре, что вообще с ним происходит, работает ли он, получилось ли у меня оформить честный знак, все это я расскажу вам в этом видео, поэтому обязательно досматривайте его до конца. Ну а перед началом, как всегда, попрошу вас поставить лайк, оставить комментарий, ведь за случайный комментарий, я напомню, разыгрывают 1000 рублей, вот, кстати, победитель из прошлого выпуска. Я тебя поздравляю, 1000 рублей твоя. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал B значит бизнес. Ваши подписки меня очень сильно мотивируют. Ну а мы начинаем. Ребята, как всегда, раннее утро, 11 часов. Чуть позже 11 мы приезжаем всегда в это время проведать Вейбар. На самом деле приезжаю я сюда не так часто, раз в полторы, в две недели. Часто присутствия особо Вейбар не требует, все контролируется из личного кабинета. Плюс у меня подключена камера, которая все записывает. И приложение у любой IP-камеры, как вы знаете, можно легко ей управлять и отсматривать записи. Там у меня даже, кстати, установлен датчик движения. Она записывает именно только в те моменты, когда есть какой-то экшен, проходит или приходит люди. Вот мы уже находимся около входа в пивной магазин, та локация, где как раз установлен у меня Вейбар, автомат с электронками. И есть на самом деле очень интересная история. Дело в том, что автомат сломался. Итак, как же все было, рассказываю. Мы встали на точку, пивной магазин, соответственно, буквально неделю и там, может быть, еще день или два мы проработали. Были продажи, я о них расскажу, кстати, подробнее. И потом автомат перестал работать. Как уже позже выяснилось, это был заводской брак и была неисправность в блоке питания. Естественно, ребята из iSportBar были оперативно на связи, я общался с поддержкой, и они сказали, что все это по гарантии заменят. Ну, пойдемте зайдем внутрь, я вам все покажу. Все на месте. Да, то есть нам полностью заменили вот эту вот именно часть. То есть, как вы помните, когда я его собирал, показывал вам, сам Вейбар состоит из трех частей. То есть это вот эта часть, это витрина, да, которая на магнитном замке закрыта. Это вот эта верхняя часть, в которой, по сути, ну ничего такого не находится. То есть здесь просто как бы как вывеска, и она скрепляет вместе обе части. И вот этот вот самый главный, это как бы мозг или сердце, да, Вейбара. Там находятся все внутренности. Ну что ж, вот как у нас все выглядит изнутри. Соответственно, здесь вот все, тут блок питания, все платы, все подключено, сканер. И вот как раз-таки вот блок питания полетел, и нам, соответственно, весь вот этот шкаф полностью меняли. И ситуация в том, что просто-напросто это заняло какое-то время. То есть пока мы отправили этот шкаф, пока пришел новый, пока мы, соответственно, его установили, хоть это, в принципе, там не больше пары часов, все данные, кстати, перенесли, несмотря на то, что это новая система, новый экран, поддержка iSportBar нам все перенесли, так что не пришлось заново заносить весь товар, этого мы не делали. То есть все уже было в системе, просто поставили, прикрутили также, все активировали, и единственное, что это вот как бы терминал оплаты, доставали из того шкафа и, соответственно, терминал установили сюда. А вот экран, все внутренности, сканер штрих-кодов, все уже прислали новое, и вот все уже прекрасно работает, стоит неделю. Ну и как вы думаете, за то время, пока мы отключили Вейбар, отключили автомат, отправляли этот старый шкаф, да, получали новый, то за это время, конечно же, люди интересовались электронками. Я общался с продавцами, особенно одним продавцом, и он говорил о том, что приходили люди, спрашивали, те постоянные покупатели, кого он даже лично знает, которые обычно покупают там по несколько электронок, приходили, хотели приобрести, но видели, что мой Вейбар закрыт, расстраивались, уходили, искали в других локациях. И вот за этот срок, пока мы все это меняли, пока Вейбар не работал, таких покупателей было прилично, я так понял. И вот сейчас, когда мы запустились, ситуация такова, что пока что за неделю не было ни одной продажи, ни одной суммы не упало на расчетный счет. Продавцы говорят, что сейчас, когда будет потеплее, к весне, весной, будет проходимость лучше и ситуация будет лучше. Но это не значит, что я готов, конечно же, платить за аренду, да, и ждать так долго, поэтому, возможно, следующий выпуск уже будет на новой локации. Это вполне вероятно. Но, конечно же, вы спрашивали, какие были результаты до этого. За первую неделю действительно были продажи, и сейчас я расскажу про них подробнее. Хочу вам порекомендовать доставку японской еды в Санкт-Петербурге и в Москве «Важная рыба». У ребят авторское меню, очень вкусные блюда и быстрая доставка. Также есть разные акции, например, к первому заказу они дарят роллы. Я вот под каждый домашний просмотр фильма заказываю доставку
доставку важной рыбе, и тогда точно знаю, что вечер будет самым вкусным. Я оставил ссылку на ребят в описании, переходите, заказывайте и приятного вам аппетита. Итак, за то время, что мы проработали, было всего 6 продаж. Продажи были на такие суммы, как 390 рублей, 699 рублей, 1800, 390, 1550 и 450 рублей. Вот столько мы напродавали за первую неделю, что проработали. И пока что, можно сказать, единственную полноценную. Общая выручка получается 5279 рублей с этих 6 продаж. И из них чистыми за вот эту вот первую неделю 2879 рублей. Это я имею в виду чистыми, естественно, без вычета аренды, то есть чисто за вычетом себестоимости тех позиций, вот, которые купили, да, то я считаю вполне неплохо для первой, да, новой локации и за первую неделю, когда особо никто пока еще и не знал про автомат. Вот такие вот у нас были первые продажи, и вот уже как неделю Вейбар возобновил работу, нет никаких продаж. Конечно, хотелось бы верить, что дело в праздниках, да, в том, что просто снизилась проходимость на праздниках и люди действительно не хотят тратить деньги. Я сейчас выбрал такую стратегию, что просто какое-то время подожду, может быть, максимум еще неделю или две, уже начал искать какие-то более перспективные, более проходимые локации. И, как я уже вам говорил ранее, возможно, следующий выпуск вы уже увидите с новой локацией. Посмотрим. Ну и, конечно же, много было вопросов в комментариях про честный знак. Что это вообще за система, для чего она нужна и как ее оформить. Я сам через все это прошел, поэтому сейчас рассказываю вам, но со стороны как бы новичка, можно сказать. Насколько я понимаю, да, честный знак — это такая система для того, чтобы просто-напросто отслеживать продукцию от производителя, затем к поставщику и прямо до рук покупателя. Да? То есть система маркировки для отслеживания полного цикла продукции. Соответственно, вот мы, например, закупали всю продукцию у поставщика, при этом поставщик закупал ее у производителя как раз с помощью системы «Честный знак». Да? То есть производитель списал из «Честного знака», передал поставщику. Мы, соответственно, с помощью «Честного знака» закупили у поставщика, и поставщик при этом списал из честного знака, передал нам. И когда мы продадим покупателю, уже как бы конечному, да, потребителю, тоже спишем из честного знака. То есть вот таким образом эта цепочка работает. Теперь рассказываю, как вообще его оформить. Ну, в первую очередь, естественно, вы должны быть в статусе ИП. По ИП, в первую очередь, что пугает людей, это страховые взносы, которые составляют там 40 с лишним тысяч в год. Ну и плюс, естественно, налог, в зависимости от системы налогообложения, на которой вы находитесь. Когда у вас есть ИП, вы, соответственно, уже в этом статусе можете делать электронную подпись. Вернее, не то чтобы можете, а электронная подпись нужна и для честного знака. Стоит электронная подпись, смотря где ее делать, по-разному. То есть, если вы делаете в налоговой, то ее вообще оформляют бесплатно. И нужно будет купить только носитель, который выглядит просто как флешка. Называется это RUToken и продается в любых магазинах, там, в DNS, в NVIDIA, можно где угодно купить. И, соответственно, этот RUToken стоит в районе, ну, 1000-1500 где-то. Если обратитесь куда-то в коммерческие организации или, по-моему, в банки помогают делать электронную подпись, то это будет стоить уже в районе 2-3 тысяч рублей. Сама подпись — это еще не все. Для этой подписи нужна лицензия, которая дается, по-моему, на то ли 1 месяц, то ли 3 месяца бесплатно. Лицензия — это, конечно, ни о чем. Время пролетает быстро и пробная версия заканчивается, поэтому необходимо будет приобретать лицензию. Лицензия CryptoPro, которая по стоимости 1350 рублей в год. Итак, когда уже у вас есть ИП, уже есть электронная подпись, флешка, то есть RUToken, да, для электронной подписи, и вы уже приобрели лицензию CryptoPro, можно подумать, что это уже наконец все, и можно оформлять честный знак, но это еще тоже не все. И нужно подключать сервис электронного документооборота, который обойдется примерно в 7000 рублей в год. Итого получается, у нас общие расходы будут в районе 10 тысяч рублей. Это, в принципе, все, что я перечислил. Но при этом вот суммы 7 тысяч рублей на электронный документооборот, это раз в год платится каждый год, и 1350 рублей – это лицензия для электронной подписи, тоже ежегодно необходимо приобретать. Ну, в общем, по срокам у меня это заняло где-то в районе 2,5 недель. Нужно обязательно учитывать праздники. Если вдруг есть праздники, то это все затянется на подольше. Теперь такой логичный вопрос, как же вообще все это работает. То есть вот покупатель хочет приобрести продукцию, да, и ему необходимо через сканер
пробить ее. Вообще, в принципе, в большинстве случаев это все делается в автоматическом режиме. То есть он берет продукцию, пробивает ее через сканер, и в этот момент она автоматически проводится через честный знак и списывается. А есть и второй вариант, когда это все делается вручную через личный кабинет. То есть вы каждую позицию смотрите, какие позиции продаются, и каждую позицию там где-то в районе 3 дней после продажи это необходимо сделать, вы списываете. Так вот, сейчас у компании iSport Bar находится в процессе как раз доработки ПО, и они сделают так, чтобы все это делалось автоматически. В принципе, и вручную даже это не так уж сложно делать. Ребята, если вы, как и я, хотите открыть бизнес на вейп-баре, то переходите к ребятам на сайт iSport Bar, ссылку я оставил в описании, и по промокоду B значит бизнес вы получите скидку в 50 тысяч рублей на кассу и сможете приобрести ее за 350 тысяч рублей. Ребята, камера Digma Smart Home здесь стоит. Это камера, которую ребята вот, да, из компании iSport Bar кладут прям сразу в комплект, то есть она шла в комплекте. Но это может быть любая другая IP-камера. Например, у меня вот стоит дома Xiaomi камера. Она, в принципе, тоже недорогая, там стоит в районе 3500. Здесь, наверное, практически половину стоимости камеры стоит карта памяти. У меня стоит здесь на 128 гигабайт. Очень долго хранятся эти все видеофрагменты. Здесь есть даже режим ночного видения, можно ее поворачивать. Через приложение есть полностью управление. Вот сейчас на экране специально для вас покажем, как все это выглядит. То есть вот вы можете увидеть кадры с камеры, и спокойно можно отматывать любой промежуток времени, по дате, по времени. Это очень удобно. Ну, во-первых, в плане безопасности можно всегда отслеживать. Во-вторых, можно посмотреть, как происходит продажа. Да, как вот в этот момент, например, ведет себя продавец рядом с вейп-баром, там, как ведет себя покупатель. Предприниматель с помощью камеры может много чего для себя почерпнуть. Кстати, сейчас снял ценники, их лучше всего снимать, ну, потому что это уже пустые ячейки, которые нужно будет потом заполнять. А как вы помните, первую партию, да, я закупил по 1 единице, чтобы посмотреть просто, что лучше пойдет. Ну, это как бы была первая партия, пока что она есть, потому что продаж было, ну, не так много, но вот, как вы видите, пустые ячейки как раз сигнализируют о тех позициях, которые уже купили. И я вот сейчас их ценники с этих пустых ячеек как раз уберу. Рассказываю, что буду делать дальше с бизнесом на вейп-баре. Ну, во-первых, естественно, разбираться в нем дальше. То есть в любом бизнесе я уже как бы сделал для себя вывод, что самое главное — это получать опыт, да, отслеживать, смотреть и делать выводы, самое главное. Здесь я понимаю, что это первая локация, уже были продажи, тогда они меня супер вдохновили, но потом была вот такая некая трудность. Я считаю, что хорошо с ней справились мы. Сейчас я посмотрю, будут ли еще продажи, и если продаж не будет, я просто перемещаюсь на более перспективную точку. Если открыть вейп-шоп в плохой локации, то переместить его, но это очень сложно. А здесь просто перевести на газельки, это очень быстро. Ну и в следующем выпуске мы с вами увидимся, и я уже в любом случае вам покажу полноценно уже с того места бизнес на вейп-баре, где он будет хороший делать продажи, хорошую выручку, и покажу вам наконец-то уже хорошую прибыль. Спасибо за просмотр, увидимся с вами в 4-м уже, получается, выпуске про бизнес на вейп-баре. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписаны на канал B значит бизнес. Ну и, конечно же, оставайтесь на канале. С вами был Никита, скоро увидимся, пока-пока.